Впервые в истории Мариуполя массовый полумарафон прошел в городе на выходных. В забеге участвовали почти 700 человек разного возраста. Среди них профессиональные спортсмены, чиновники, депутаты городского совета, сотрудники полиции и военнослужащие. Самая старшая участница разменяла 9-й десяток. Слава богу, 5 километров пробежала, результат 40 минут. Было очень тяжело. Устала очень. Сразу же все, выдыхаешься, не можешь бежать, ноги болят, очень голова кружится. Ну, потому что дистанция как бы приличная для меня.